В 2023 году темпы роста спроса на нефть замедлятся до 1 миллиона 600 тысяч баррелей в сутки. Согласно обновленному отчету Международного энергетического агентства, потребление нефти в четвертом квартале текущего года будет на 240 тысяч баррелей в сутки меньше, чем годом ранее. В октябре увеличилось мировое предложение нефти, отмечается в отчете. Однако после вступления в силу договоренности стран ОПЕК плюс о снижении добычи и введении ограничений на поставки российской нефти в страны ЕС, до конца года закупки могут сократиться. По мнению аналитиков агентства, на потребление черного золота влияют замедление экономического роста в Китае, энергокризис в еврозоне и укрепление доллара в США.